Всем привет, ребятушки! Вы на канале Федора и Эмбера. Ребята, папа с братиками уехали кататься на питбайке и на квадрике, а меня не взяли. Вот сижу здесь грустный, обиженный, и жду их, когда приедут. Скучно мне. Поехали по какому-то бездорожью кататься, а меня не взяли. Сказали, что мой мотоцикл там не проедет. Жду. Ну и где же они? Сколько можно ждать их, ребята? О, папа пришел. Питбайка? Привет, Федор Сергеевич. Чего сидишь тут? Привет, папа. А что ты мотоцикл сюда припёр? Да вот хотели покататься по бездорожью. А у Ярика чего-то перестал заводиться питбайк. Что-то сломалось. Вот надо проверять. Ой, папа, я тебе стульчик принесу. Тебе на нём будет удобнее гораздо сидеть. Спасибо, Федор Сергеевич. На стульчике правда будет удобнее. Ты лучше мне ключи принеси и будешь помогать демонтировать, хорошо? Да. Неси ключики. Да. Ключи? Хорошо, с удовольствием принесу сейчас. Вот тебе, папа, тряпочка, чтобы руки вытирать и не замазать коридор. Вот тебе, папа, отвертка. Вот тебе еще специальные штучки для отвертки. И вот, папа, я тебе целый еще чемоданчик инструментов принес. Смотри, какой большой. Спасибо, Федор, подготовился. Знаешь, где что лежит? Я старался, папа. Вот сколько, видишь, всего здорово. Да. Ну что, приступим к ремонту тогда. Ой, папа, что тебе подавать, говори. Я буду тебе все подавать. Я тот еще мастер, уже не первый раз ремонтирую технику. Что тебе подавать? Дай мне трещоточку маленькую. Маленькую трещоточку. На, папочка. Спасибо. Переходник к трещотке давай. Переходник к трещотке. Вот этот же, правда, папа? Сейчас я его достану. Пожалуйста, папа, этот? Да, спасибо, этот. Пожалуйста, что еще, папа, тебе подать? Шестигранничек-четверочку. Шестигранничек-четверочку беру. Держи, папа. Спасибо, молодец. Стараюсь, папа, пожалуйста. Папа, а что мы сейчас будем делать с помощью этих инструментов? Мы сейчас открутим крышку и посмотрим состояние того, что там под крышкой. Хорошо, папа, давай. Ух ты, папа, какой ты молодец. Настоящий мастер. Я весь в тебя, наверное. Вот, Федор Сергеевич, это стартер. Тяни, проверь. Работает? Сейчас. Ну, походу, папа работает, если шнурок назад возвращается. Работает. Еще работает, работает, не работает, работает, не работает. Ну, значит, дело не в этом. Ищем дальше. Да, стартер работает. Видишь, как шнурок ходит? Все хорошо здесь, папа. Давай смотри дальше. Если что-то надо помочь, говори. А подай, пожалуйста, мне большую трещотку теперь. Надо свечу выкрутить. Большая трещотка. Держи, папа. Спасибо. А теперь свечную головку на 19. Такую, папа? Нет, это другая штука. Переходник под разные углы. Так, беру. Вот это, папа? Да, Федор, это. Спасибо большое. Отлично. Пользуйся. Сейчас мы выкрутим свечу и проверим, есть ли искра. Ага. Хорошо, папа, выкручивай, будем проверять. А вы, ребята, ставьте лайки мне, молодцу, какой я молодец. Ставьте лайки. Папа, вот это тебе не надо, тут какая-то штучка. Нет, спасибо, еще не надо. Ну что, пап, есть там искра? Сейчас проверим. Папа, а если мы отремонтируем питбайк, можно я погоняю на нем? Боюсь, мама не разрешит. Папа, а Ярик сильно расстроился, когда его питбайк сломался. Ну да, он ведь все-таки хотел погонять, а тут без техники остался. А если я Ярику свой мотоцикл дам покататься, он будет счастлив, папа, как ты думаешь? Он будет и счастлив, и благодарен тебе за это, но только за то, что ты не жадный. Для него-то он уже маленький. А он такой красивый, мой мотоцикл, синенький. Может, попробуем ему подарить мой мотоцикл, а этот я себе оставлю. Хитренький ты, Федор Сергеевич, все-таки. Хитренький? А я думал, я добренький, отдам ему свой рабочий, а его нерабочий себе оставлю. Ну ладно, нет так нет. Ну что, пап, есть искра? Пока не видно. Ну и где же эта искра? Почему ее не видно? Искра, а ну-ка давай показывайся, надо брату отремонтировать питбайк. Давай, искра, вылазь. Если бы, Федор, все так по приказу ремонтировалось бы, то и чинить все было бы гораздо легче. Ну да, наверное, папа, ты прав. Было бы круто, если бы я мог приказывать всему ремонтироваться. Я бы был главный мастер. Что, опять, папа, нету искры? Еще не появилось. Может, надо сходить в магазин и купить искру?
магазине сама искра не продается. А вот детали, которые ее делают, эту искру, в магазине можно купить. Но надо убедиться, что тут не работает. Как же у вас у взрослых все сложно? Вот я понимаю, мой мотоцикл не работает, значит, сунул в розетку, он зарядился и снова едет. Вообще легкотня, те же дела с машинкой и с квадриком. Все через розетку ремонтируется. Посмотри, пап, может ты найдешь что-нибудь интересное, какую-то деталь в моем мотоцикле и поставишь это Ярику? Да, было бы очень удобно, если бы вставить его в розетку, и он бы завелся после этого. Ай, ты мой хороший мотоцикл, как хорошо, что ты не ломаешься. Ладно, ребята, всем пока-пока. Вы были на канале Федором и Эмбером. Я пойду папе помогать, как отремонтирую, вам покажу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосики, нажимайте на колокольчик и Инстаграм не забывайте. Всех люблю, всем пока-пока. Пока, мои любимые. Всем привет, ребята. Вы на канале Эмбером и Федором. Наконец-то моя сестер ушла в школу. Я хоть снимусь на наш каналчик, а то она все сама хочет сниматься, мне не дает. Ну, правда, скучно мне без братиков и сестрички. Вот сижу, кушаю яблочко, нечем заняться, с кем бы поиграть. А где же моя подруга Маша? Вы не видели, ребятки? Привет, Федор! Привет, мой дружочек! Смотри, что я тебе принесла. Давай поиграем. Давай. Это такой пазл. Мы же с тобой умнички, давай поиграем. Так, что это у тебя? Арбузик? Да, арбуз. Вот сюда его кладем. Давай, давай, молодец, это арбуз. Ребята, зеленый арбуз. Давай, Федор, клади его на место. Молодец, молодец. Ой, а у тебя яблоко? И тут тоже есть яблоко. Сейчас я сама найду яблоко. Я ведь тоже умничка, девочка. Федор, хочешь, я найду яблоко? Такое же красивенькое, красненькое, как ты кушаешь. Найди, Маруська, найди. Я пока покушаю. Вот оно. Так, так, так. Опа. Так, Маруська, что там нам еще надо найти? Давай смотреть. Так, я смотрю, нам надо найти банан. Сейчас я поищу банан. Так, где же бананчик? Сейчас я найду быстро. Вот он, бананчик. Сейчас положу на место. Вот какой я молодец. Ты видела, Маруська? Да, Федор, ты настоящий молодец. Такой маленький, а уже такой умничка. Сейчас я принесу тебе еще один банан. У нас в игрушках есть, подожди. Смотри, Федор, я несу тебе бананчик. Такой же желтенький, красивенький. Правда, один, а у тебя там три. Молодец, Маруська. Бананчик покушаю. Фу, такой же несъедобный. Маруська, ты меня обманула. Сейчас на тебя обижусь, если будешь так шутить. Не могла мне что-нибудь съедобное принести. Так, Федор, ищи клубничку. Так, клубничка. Сюда не подходит. Куда ее поставить? Маруська, помогай, что сидишь? Сам, Федор, сам. Да, о, вот я молодец. Я все умею, я молодец. Так, что дальше будем искать? Федор, давай поищем. Ой, ты уже нашел. Молодец, молодец, давай устанавливай его. Давай, старайся. Ой, Маруська, я так устал. Вот ем яблоко и чувствую, сейчас засну. Все он разрушил даже нечаянно. Сонный какой-то. Ну, Федор, поищи что-нибудь. Ну, давай хоть... О, ты нашел апельсин. Молодец. Ставь апельсин на место. Маруська, я устал. Полежу. Понимаешь, устал. Ну, Федор, ну поставь апельсинчик на место. Ну, пожалуйста. Сейчас поставлю, Маруська. Ребята, помогите, куда поставить этот апельсин? Маруська ко мне прицепилась. Ой, спать хочу, не могу. Маруська, погладь меня по голове, я усну. Федор, ну что ты такой сонный? Ну давай поиграем, ты же сам меня позвал. Ставь вишенки, виноградик и апельсинчик, и все, и на этом закончим. Ой, как же я устал. Ой, ладно, девчонки, достанете. Что ты там говорила, поставить апельсин? Ну, Федор, ну поставь апельсин, ну пожалуйста. Ладно, ставлю. Надо, так и быть, поставлю. Эх ты, Маруська.